54 автобуса комфортабельных, современных, упакованных по последнему слову техники. Что мы имели до этого? Вот эти, как я говорил уже, немножко новых автобусов, которые мы купили за, мы купили за городские деньги. Они позволяли тогда обслуживать всего лишь 5 маршрутов. 27 единиц было на линии. Это маршрут номер 2. Одна машина работала. Маршрут номер 10, 3 машины. 12, 9 машин. 15, 9 машин. И 25, 5 машин. Что изменилось, да, как с поставкой новых автобусов, приобретенных за кредитные средства 64? По состоянию на сегодня, выпуск уже на линию составляет 60 единиц против 27. Мы запустили с вами вместе в город 3 новых маршрута. В прошлом году, в конце, в ноябре, запустили 16А, потом 28А и вот буквально 2 недели назад 18А. Также усилили те автобусные маршруты, которые работали у нас. То есть мы добавили на 12-й, на 15-й, на 25-й. Сейчас усиленно занимаемся 25-м и доведем его до полного, скажем так, до полного обслуживания, этот маршрут. Ближайшие перспективные планы – это март запуск еще одного маршрута, апрель запуск одного маршрута. И в целом где-то к июню месяцу общий выпуск автобусов на линию в рабочий день будет составлять уже 85 единиц.